Всем привет, это Лига от бота. Я играю против Сдохни скотина. Фиг вот такой примерно. Поставлю я друида на первую волну. Так, ставлю друида, заказываю два виспа. Поставлю я на 2 хилку за сотку и, наверное, двойной отвод. И буду ролить. Первый раз сражаюсь с этим соперником, не знаю, чего, что ждать. Будем катать на обум. Сейчас пик, чек, не пик. Так, пока есть по одному. Деревяк, что ли? Так, один. Да, чуть быстрее. Интересно. Очень похоже. Так. Так. Они. Так, ставлю на 2,5 клетки. Так. Надеюсь, на роли что-нибудь-то интересное-то будет. Ой, ну такое, можно катать. Есть Магнусы, есть Акаши, есть Тим, Винтик, все нормально вроде. Так, засыльчика нету, похоже на деревяку. Может докинуть на 3. Сейчас посмотрим, как она будет бить. Один, 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 два. Так, наверное, надо ставить Магнуса. На кашу нам не хватит. На что ставить? На 4. Вопрос. Так, есть 450 валы. Так, что? 450 валы, 450 валы. Можно, в принципе, и клокера поставить, но... Ну. Да, не будем рисковать. Так, докидывать я, наверное, не хочу, ибо нам не хватит даже на Хермита, вроде бы. Да, не хватает нам на Хермита. Чё тут? Вау. Ну, засыльчик такой плотненький. Походу я ликну, наверное. Чуть-чуть должен ликнуть. М -м -м.
Башлор. Ну, хилка сейчас пойдет и друид сразу за ней. Так, 3-1 есть. 4-1, от чем мы доставим. Можно, в принципе, поставить еще одного Магнуса на 4. И также дефнуть пятерок. Сильно не напрягать, заломбиться. Потом доставить на 7-2 Акаши. Посмотреть, что там за скилл. Если не волна, может, не только одну Акашу. Блин, ну я хз, что это за юнит у него. Так, скорее всего, какой-нибудь Т5. Давайте еще одну Магнуса. Передевчик сделаем. Не совсем имбовый пик. Кину Ян, пожалуй, на 5. Так. Так, 17-й волной деф у нас приличный будет. Так, что тут? Досыльчик. Вот интересно. Хорошо, что я достроился. Вот так были бы проблемчики. Так, так. Один Магнус сдох у нас. Сдох и второй. Походу все-таки немного все равно ликну. Хилка чуть-чуть вылезла. Не. Или нет, вроде нормально. Так. Кинем вот так вот. Сделаем 7-1. Так, что у нас 40 колдышек, вейв. Значит, можно 2 акаши пойти. Каких-то. Ну, тогда я вот так вот сделаю. 6-1. Сделаю 6-2. На каждую волну по акаши добавлю. Можно даже отвод усилить. Кажись. Так, кто не видел таблицу, еще раз покажу. У нас изменения. Не Сабыч и Матрикс. Так. Ссылочка нету. Так, хорошо. А, поймал ламберик. Надо все забиндить. Так, изи деф там, походу. Не лазь. У меня не изи деф. Что-то походу ликнем. Так, а нет. Медик добьет. Хорошо. Отлично. Так, доставляем Акашу. Акашу. Потом будет еще одна Акаша на 7. На 8 я, наверное, или апну Магнуса, или доставлю еще Клокверка. Как вариант. Так, 7 я думаю, можно заслать. Посмотреть, что там. Да как там. На 6 я особо не боюсь, есть 2 Магнуса не апнутых.
Я хочу верно кинуть. Кинуть еще су. Угу. Не знаю, по поводу... можно продать одно Т1 и поставить Акашу. Или поставить ферму. Точнее, построить ферму и не продавать отводик. Он, в принципе, не кидал, и у него высокий инком. Плюс я смотрю, что он неплохо бьет шестую по ходу гризлики. Ясно. Ясно все с вами, ребята. Или нет? Вот сейчас замедлилось как-то. Так, на руках 240 монет. Сейчас посмотрим, если я успею, то лучше, наверное, ферму. Да, мало кинул. Всего ничего. Даже какого-то спамчика, наверное, не покидаю. Аж обидно. Ну, что поделать. Много пищи сожрали юниты. Приходится ферму строить. Так, 11 секунд. Буква А. Зажимаем. Что тут у нас есть спамчик. Так, хорошо. Смотрим, как отвод. Отвод очень фиговый. Ну, давайте, Русу, давайте, Русу, 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 давайте. О, каша вышла под фокус. Ой, Ликай, ух ты. Так, Урсу убили. Но прошло понты. Это радует. Так. А может стимчика поставить-то? Так, что тут у нас грел, как всегда. Так, значит, мы вот так вот делаем. Там, по сути, один хермит. Я думаю, ничего страшного не случится. Так, хилку мы выбили. Отлично, отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, регеночку разочек дадим. Опасно. Опасненько. Покидаем ментовчиков. Ментиков. Так. Что у нас по сути? Мы можем продать 2 энта, и мы все равно не построим стима. Давайте вот так вот сделаем. Стим, мне кажется, тут профитнее будет. А еще спамчик. Так, с Акашами очень тяжело, так что все-таки Steam тут был бы нам. Так что вроде все правильно сделал. Регенку дал. Отлично. Просто надо было регенку, наверное, раньше дать. Так, что тут закид есть? Да, закид есть. Проблемы есть. Сейчас будем топить регенку. Так, одну Акашу уже убили. Угу. Два этих убили. Оф, оф. А, печалька, печалька. Печалечка. Ну, в принципе, юниты... А, нет, смотри, как некрасиво. Так. Надо, наверное, подождать и... Так, вот у нас есть отводик. Так. Угу.
Да ладно. Отдаем хилку. Серьезно? Серьезно? Так. Так, все вроде. Ажурчик. Хилку не потеряли. Десятый деф есть. Так, что я думаю? Я думаю, надо делать какие-то 7-5. И апать короля. Тут просто можно апнуть лину. Да, печально, чуть не вышло. Хорошо, что есть волна. Хотя, если не было волны, я бы, наверное, на восьмую бы не бросал. Так, там регенка есть. Так, гнолов у меня уже больше нету. Плохо. Так, вопрос, нужно ли тут 7-5? Я думаю, нужно. Проиграем, так проиграем. Так, с музыкой. Будем жестить. Главное, чтобы на лин хватило. И на отводик хотя бы минимум. Так. Давайте гулькинем. Что ли. Ай, не успею, походу, я заапать винком. Так. 250. Придется гнола продавать, чтобы отвод был агрощий. Так, раз, два, три, так вот. Так, что тут у нас, король отрегенится. У короля даже нет хатаки. Надеюсь, я не перебрал. Да, он кидает. Да, сейчас все может плачевно закончиться для меня, если засыл будет хороший. А засыл хороший. Давайте апать. Эх, дикий-дикий фокус. Чё-то всё печально. Очень печально. Прям один босс фуловый. Надо стакать. Стакаем, 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 стакаем. Да ладно. Ну, вроде без хилки. Отлично, отлично. Ну, там тоже неплохо все. Так, я бы сейчас бы апнул Магнуса бы. Потому что я просел немного, а противника я покормил немного.
Да. Вроде бы и хилку и выбил, но... Что тут у тебя? Смотри. Ясно. Так, ну не знаю, тут вроде Элина есть у меня. Минус, так, химик уже. Морг не кританул. Алина бьет. Так, вроде моя. Фич, так он там что? Ясно. Тынь, Лина рулит. Так, ну тут пробивать стоит, не стоит пробовать. Он же по сути должен кинуть будет на 12-ю. Давай-ка я покормлюсь. А мы немного подкинем. Просто не факт, что он построит еще одного. Так, что у него по пику? Феникс, Т2, Т3, Т4. Блин, у него по аурам так все симпатично. Нет, наверное, я рисковать не буду на 12-е. Может, третья химика поставить? Дефнуть хорошо. Что, мы пойдем вариантом АП-17. Буду чисто атаку лапать, потому что сейчас могу спалить по регенке, что я лапаю, также и по хпшке. Так что проще сделать 20 атаки. И не мучиться. Наверное, да. Так, что я хочу? Я хочу еще одного стима. Хочу апнуть Магнуса. И, наверное, на 13 я буду ломбить. 13-14 буду ломбить. Насчет 14, конечно, не факт, потому что пик такой себе, может заслать и на 14. Так, оставлю на первых раз хпшечек апнуть. 5 мало. Да, кинул. Так, давай так. Так. Думаю, должно хватить. Тридцать три штуки, Карл, это печаль. 33 штуки, 33 штуки.
Так, у нее еще Феникс, но он, скорее всего, их заролит. Угу. Так, что тут у нас? Поставим еще одного Магнуса. Не хватает. Эх, какая печаль. Так нельзя нам оставаться. Давай, давай, давай. Давай, 7-7. Печалька. Печалька, печалечка, печалечка. Кстати, вроде она там есть, все. Так, по сути, хочу еще одного стима поставить и заролить за 50-ку. Да, докинул. Ну ладно. Давай лопать. Так, 17 штучек. Регенка есть, атака есть, можно делать 7-9. Так. Конечно, противника кормить плохо, но что делать? Что делать? Так, стимы у нас не хватает. Скорее всего, что он может и 14 туда слать. Мы сделаем, наверное, отводик еще. Так. Так, 7-10 хочу. Хочу 7-10. Наверное, 7-10. Конечно, можно было проще бы сделать, кинуть на 16-ю какую-то. Может, так и лучше было бы. Но в лите, мне кажется, пик у него посимпатичнее, чем у меня. Да, если бы заслал, был бы у нас лик интересный. Даже, наверное, без засыла тут ликнем. Давай стакать. Эй, Лина, ты не тубьешь. Эх. Не того ты била, Лина. Так, стимчика, может быть, сюда поставить. Ничего не обещаю пацану, потому что хз.
Наверное, проще кинуть на 17-ту какую-то. На этих же стимов. Хотя он не палил. Ну, Т6 палил. Ну, в принципе, все основное он запалил. Буду надеяться, что, конечно, пик говняный. Это дело такое. Неблагодарное. Но то, что я ломиться больше пока с не буду. Вэллы нету. Так. Хотя. Что там, он быстро бьет? Да. Значит, он еще пару фениксов тыкнул. И это хорошо. Он, скорее всего, будет ждать засыл на 16-ю, а мы кинем на 17-ю. Фениксы там ни о чем. Так, 200. Вот как раз 2 стима хватит апнуть. Конечно, я могу сейчас ликнуть. Ролить, конечно, наверное, бессмысленно. Дерево сливать. Интересно, кинет ли на то на 16? По идее, не должен, потому что есть волна. Как бы он не дурак, думаю. Или не дурак, хз. Чё тут он? Да, он не кидает, а мы кинем. Кинем 2 кракена, точно. Походу мы тут еще и ликнем чутка. Было бы неплохо, если ликнуть пару штучек мобов. Но только немного. Все печально. И хотела немного поменьше. Ну вот так вот 200 голды решила, в принципе. Может, третьего кракена кинуть-то? Время позволяет. Он апает хпшечку, я его еще и кормлю. Прям все ужасно. Или кинуть-то, да. Давайте тогда на накинем. Так, сделаю я. Угу. Так, следующий должен быть варлок у нас по засылу. Потом я не знаю, что нам кидать. Может, на какую-то баллисту скопится. Ну, вряд ли, да. А давайте виверну кинем. А давайте виверну кинем. А, не хватало на баллисту. Ну и ладно. Поспешил. Какой-то 23-й засыл, может быть, по мне. Вот это печально было бы. Печально будет, если он кинет на 23-ю. На 23-й у меня пока из дефа нету. Так, 25, 24, 23, 22, 21, дефает, 20. Не актуально.
Так, 20 штучек. Посмотрим. Макон за пол короля. Ну, в принципе, вроде ГГшечка. Так, король не фуловый. Так, а не фуловая, ну, вроде ГГшка. Так, пацаны, всем спасибо за просмотр. Наверное, скучная катка была. Наверное, следующий будет поинтереснее.